В минувшую субботу прошли республиканские соревнования памяти Рашида Балокова по быстрым шахматам. Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Мухарбия Киржинова. Попробовать свои силы решили 30 сильнейших шахматистов в Республике Адыгея и гости из Курганинского района. На торжественном открытии в адрес Рашида Балокова гостями было сказано немало теплых слов. Поздравляем всех участников с началом турнира памяти имени Рашида Балокова. Хотим увидеть состязание, которое на таком хорошем уровне. Здесь присутствует старшее поколение, которое регулярно участвует в этом турнире, а также и младшее поколение. Отрадно видеть такое. Традиционно мы будем проводить этот турнир, поэтому просим вас участвовать и будем расширять уровень этого турнира. Это турнир памяти человека, сколько лет прошло уже, который, в моем понимании, олицетворял все качества настоящего мужчины, порядочность, хвастовство. И, наверное, в этом районе нет человека, который бы его знал и не относился с искренним абсолютно уважением. И вот память о таких людях, ну, ее стереть невозможно. Поэтому и турнир, и сколько людей на моей памяти обращалось к нему, и он то, что делал хорошего, никогда не считал. Всегда, когда имел возможность, помогал людям. Это был светлый человек. Рядом с такими людьми ты не можешь поступать плохо. Ты сам пытаешься становиться лучше. Мне очень приятно, что к нам приехали гости не только из района, состав участников. И мы же не забываем, что это спорт, правильно же? Это ключевой момент, и важно, чтобы вот эта борьба была честная, и чтобы на самом деле победил тот, кто этого заслужил. И я вам желаю честной, по-настоящему хорошей борьбы. Добрый день, дорогие друзья. На самом деле отрадно то, что сегодня здесь собрались люди, которые искренне любят этот вид спорта. И не случайно вот наш близкий друг Рашид Амирбекович Балоков, он был талантлив. Талантлив во всем, и в спорте в том числе. Он замечательно играл в шахматы. И мы, друзья, много лет назад решили учредить такой турнир памяти Рашида Балокова. И он уже стал традиционным, а сегодня уже вышел на новый уровень. Сегодня мы проводим мемориал памяти Рашида Балокова. И я хочу поблагодарить сегодня республиканское наше руководство комитета по спорту, поблагодарить Федерацию шахмат Республики Адыгея за то принципиальное решение, которое они приняли. Это мероприятие будет проходить на более высоком формате. И я думаю, что ваше участие, дорогие спортсмены, оно будет на самом деле здесь более качественным, более высоким. Я, безусловно, как говорит тут Мурат Нарисович, желаю вам всем спортивного успеха, удачи сегодня, везения. Безусловно, победить сильнейший, я хочу, чтобы каждый из вас был сильнейшим. И еще вот сидит здесь отрадная молодежь, наше подрастающее поколение. Вот мы говорим, что нам нужны герои, с которых нужно брать примеры. Вот на самом деле наш близкий друг, которого вот его не стало, ну, ему было всего 30 лет, но за эти годы он успел с отличием закончить школу. Он успел с отличием закончить в Москве институт народного хозяйства имени Плеханова. Он успел за эти годы стать начальником управления финансов, успел поработать замглавой администрации. То есть короткая жизнь, но вместе с тем, насколько это все было насыщено. Вот я призываю вас, мои молодые друзья, быть такими же успешными, такими же трудолюбивыми, такими же вот борцами за знания и в спорте, и в знаниях, и чтобы вы добивались таких же успехов. Безусловно, хочу всем пожелать крепкого здоровья. И вот насколько хватит возможности, по крайней мере, мы, близкие друзья Рашида, будем делать все возможное, чтобы этот турнир проходил еще в таком формате много-много лет. И чтобы вы, уважаемые коллеги, друзья мои, чтобы именно принимали участие в таких мероприятиях, и все это приносило и вам удовольствие. И, естественно, мы чтили память нашего близкого друга, вообще людей, которые на самом деле покажут пример, как нужно быть и в жизни, и в работе, и в спорте. Всем вам удачи, всем вам успехов, ну и побед, конечно. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить районное руководство в вашем лице. Заура Туко, тебя, вы большие молодцы. И самая большая благодарность я Андрею.
потому что это все благодаря ему, его любви к шахматам. Он большой молодец, человек вовлеченный. Я и до этого говорил, комитет максимальную поддержку Федерации шахмат как оказывал, так и будет оказывать. Именно по инициативе Андрея и статус возрос, и там по итогам спортивной части будут присваиваться разряды. И в следующем году, дай Бог здоровья, еще мы там, на более высоком уровне это организуем. И также вот, в его лице хотел бы поблагодарить Давлетбея Закирьевича Долева. В свое время Рашид, это был его ученик, значит, и вот такое внимание к шахматам в нашей республике, это во многом заслуга Давлетбея Закирьевича, тоже ему большое спасибо за то, что он продвигал все это время этот спорт. Хочется поприветствовать всех участников сегодняшним мероприятием. Конечно, уже впереди все сказали, Мурат сказал, что Рашид наш друг, мой одноклассник, поэтому приятно столько участников сегодня в этом году. Поэтому всем хочу пожелать успехов, побед, здоровья, чтобы турнир каждый год продолжался, участников было больше, призовой фонд увеличивался, и все были довольны. Всем здоровья. По итогам соревнований третье место занял представитель аула Кашихапль Давлетбек Укетлев. Второе место заняла Мария Пивоварова с города Майкоп. Ну а победителем турнира стал неоднократный чемпион Республики Адыгея по шахматам Григорий Баранов с города Майкоп. Спонсорами турнира стали Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту, Управление физической культуры и спорта Кашхабльского района, муниципальное образование Кашхабльское сельское поселение, а также друзья Рашида Балокова, Адам Дышеков, Мурат Шхалахов, Зураб Зехов. Главным судьей данных соревнований был Андрей Монисов, спортивный судья всероссийской категории «Арбитр», благодаря которому турнир прошел на должном высоком уровне.